А хмели на чистоту. Эта сельскохозяйственная культура переживает второе рождение. Специалисты обсуждают проблемы и перспективы развития хмелеводства как традиционной отрасли республики. В Цивильском районе прошло выездное заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии Госсовета Чувашии. Хмель – продукт многофункционального назначения. Его шишки используют в пищевой промышленности и лекарственной индустрии. Он обладает тонизирующим и общеукрепляющим эффектом. В медицине хмель применяют в качестве снотворного, болеутоляющего и успокаивающего средства. Ну и, конечно, хмель – неотъемлемый компонент производства пива. Хмелеводы увеличивают плантации, рассчитывая хорошо продать свой урожай. На сегодняшний день у нас 15 гектаров хмельников, которые практически все засажены. Также мы занимаемся, вот если обратить внимание, саженцы хмеля и питомники. И занимаемся питомниководством растений хмеля. На сегодняшний день практически весенние полевые работы мы завершили, навешивание провели. Сейчас идет уже закрепление и уже начинаем потихоньку уже этот подвязывать. В уникальной коллекции Чувашского научно-исследовательского института сельского хозяйства более 250 сортов хмеля. Республике удалось сохранить лучшие генные материалы. Чувашхмельпром – главное предприятие в Чувашии по производству и переработке хмеля. Именно их сырье – неотъемлемый компонент продукции еще одного предприятия нашей республики – Букета Чувашии. Но заводские специалисты предпочитают покупать хмель на стороне, объясняя это не лучшим качеством местного. Поэтому приобретение современного оборудования и внедрение новых технологий должно решить застарелую проблему. Проблема была не в том, что вырастить хмель или что там купить, а проблема довести товарным видом до покупателя. И раньше покупатель не устраивал качество, эти вопросы сняты, и мы вот теперь, можно сказать, вот начинаем для того, чтобы развивать хмелеплантации и развивать и географию продаж, и работать с нашим там, в том числе и букетом Чувашии. Так что перспективы у хмелеводства есть. Эту отрасль сельского хозяйства поддерживают и на федеральном уровне.